Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. Я уже думал, что нам пора завершать разговоры про реактивные движения и реактивную тягу. Но один из наших подписчиков в частной переписке со мной упомянул такую вещь, как пожарный бронспойт. Ну или, как говорят сами пожарные, пожарный ствол. И я понял, что с этим пожарным стволом связан один прекраснейший вопрос о реактивной тяге. Может быть, некоторые из вас уже догадались, в чем этот вопрос состоит, а я сейчас буду этот вопрос задавать. Итак, при тушении пожара ручным стволом объемный расход воды может составлять до 7 литров в секунду, ну а соответственно массовый расход 7 килограммов воды в секунду. И эта струя вылетает со скоростью близкой к 30 метрам в секунду. Ну и, соответственно, если мы направим такую струю в стенку, то она будет давить на эту стену силой, которая равна произведению двух этих величин. 7 30 это 210, ну, может быть, чуть меньше. 200 ньютонов. Но кому удобнее перевести в килограммы силы, давайте переведем. 200 ньютонов это примерно 20 килограммов силы. Ну и вот получается, что струя в стенку лупит с такой силой. Ну и кажется, что тогда отдача тоже должна составлять 200 ньютонов или 20 килограммов силы. И пожарного должно отбрасывать с этой силой назад, давить на него со стороны ствола. Но никакой реакции ствола не наблюдается. И спрашивается, а почему нет реакции, почему нет реактивной силы на стволе? А ответ здесь очень простой. Напор в несколько атмосфер создается в насосе, и скорость вода приобретает в насосе, а дальше по рукаву из ствола она летит по инерции, даже чуть-чуть притормаживаясь стенками рукава. А поэтому и сила реакции находится в насосе и нигде больше не может находиться. Ну правда, если рукав изогнут, то реакция будет еще на поворотах, как вы уже об этом знаете из множества предыдущих наших роликов. И теперь я думаю, что этот пример со шлангом очень хорошо отвечает на вопрос, где же возникает реактивная сила в реактивном двигателе. Он показывает, что она возникает не в сопле, и в конечном счете это сила давления на противоположную соплу стенку двигателя. И уже эта сила разгоняет ракету. Ну, а когда у нас вытекает из сужающегося сопла газ, ну, конечно, этот газ, он отталкивается от предыдущих частей газа, которые подходят к соплу, а не от предыдущих, но в конечном счете все равно отталкивание происходит от противоположной соплу стенки. А о случае расширяющегося сопловаля, предназначенного для разгона газа до сверхзвуковых скоростей, мы, конечно же, поговорим в отдельном ролике. И теперь настало время нашего заключительного вопроса. И на этот раз вопрос будет таким. Мы выяснили, что струя, вылетающая из цилиндрического ствола, не создает реактивной силы. Но смотрите, в пожарном деле ведь применяются и сужающиеся стволы. И ясно, что в этом сужающемся стволе струя разгоняется, поскольку сечение становится меньше на конце. Может быть, вот все-таки такая разгоняющаяся струя создает в сужающемся стволе реактивную силу? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на YouTube.